Всем привет! Говорит, показывает Москва. С вами Андрей. И сегодня у нас на рассмотрение игровой набор от фирмы NECA, посвященный 25-летию комикса 89 года на тему «Хищник». Вот. Ну, в наборе, соответственно, шла сама фигура «Хищника». И репринт комикса 89 года. Уж не знаю, оригинал был такого же формата, может быть, более большой. Потому что это очень все мелко здесь написано. Вот в таком виде. Комикс, конечно, очень... Ну, 16+, короче говоря. Тут с первой страницы сразу мочилово начинается. Вот. Репринт оригинала на английском. То есть интересно полистать, посмотреть. Ну, собственно говоря, хищник появляется где-то в самом конце. Вот, да, вот. Такая красота. Красивый арт. Рекламки других линеек. Такой вот репринт комикса. Ну, чем примечательна сама эта фигурка? Соответственно, на обложке комикса шел такой арт хища. И, соответственно, сама фигурка выполнена тоже в таких цветах. Ну, коробка достаточно большая для такой игрушки. Вот тут крышечка открывается на липучке. Там, можно сказать, диорама. Здесь репринт одной из страниц. На развороте. А на обороте тоже рекламка линейки по чужим и по другим фильмам, комиксам про хищников. Вот. Ну, давайте посмотрим поближе саму фигурку. Ну, вот. Очень интересный. Ну, это самый обычный хищник. Очень интересный раскрас. То есть, во-первых, он выделяется сразу на полке. Вот такие в синих, голубых цветах маска. Там элементы брони. Стандартный хищник. То есть, здесь у него, соответственно, двигается бластер. Голова, руки, ноги. Здесь еще джойнта нет. Это у нас 15-го года, по-моему, игрушка. А сзади он, соответственно, выполнен в таком... красно-ржавом цвете. Дреды обычных хищников черные. Здесь вот они такие. Красно-черные. Коричневые. Вот. И в комплекте у хищника идет посох, украшенный ужасными трофеями, которые составляют неотъемлемую часть культуры хищников. Да, конечно. Ну, хищникам это, конечно, простительно. Для них мы просто животные, на которых они охотятся. Здесь череп с позвоночником, скальп, кости человеческие. Зловещие трофеи. Да, ну вот из единственных недостатков фигурки это здесь вот суставчик у него хлипкий, но позу он держал, как вы видели в начале. Соответственно, все это, конечно, правится легко клеем либо еще каким-нибудь образом. Вот такой небольшой обзорчик фигурки получился. Хоть сама фигурка хищника достаточно стандартная, но вот этот вот нестандартный раскрас очень интересно выделяет хищников коллекции. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.